Здравствуйте, друзья! Мы пришли опять к вам в гости. Мы — это The Vloggers, команда, которая уже готовится к новогодним праздникам. Надеюсь, как и вы. И мы надеемся, что все наши новости, которые мы приготовили для вас, будут интересными, друзья мои. Ну а нас, если вы забыли за неделю кто и что, я напомню. Итак, Даша, маленькая досье о ней, она любит пить чай с конфетами. Тимур всегда считал до этого дня, что ношение пиджаков придает ему солидности. Сегодня он в этом разубедился. Вячеслав известен во всех районах Ташкента как лайфхакмен. Ну и я, добрейший души человек, Фуршет. Друзья, новости, как всегда, будет зачитывать Дарья, ну а мы послушаем и потом подключимся. Внимание! Ну, на самом деле, чай с конфетками я не люблю, я люблю чай с печеньками. И продолжу знакомить вас с самыми популярными публикациями за 2017 год в соцсетях. Итак, Инстаграм тоже подвел свои итоги. В топ фотографий вошли снимки беременной Бейонсе. Всего 2 кадра и более 20 миллионов лайков. И вообще, знаете, вся пятерка лучших фотографий связана либо с деторождением, либо с медициной. Это 2 снимка Роналдо с новорожденной дочерью и фото Селены Гомес после пересадки почки. Видео с наибольшим количеством просмотров, а их более 20 миллионов, за Роналдо. Сколько? 20 миллионов просмотров за 13 секунд, как он пафосно уезжает на этой машине. Это на самом деле видео как бы из той серии, как сказал в прошлый раз Тимур. Роналду настолько крут, что опубликовав видео, в котором ничего нет, он набрал 20 миллионов просмотров. Как же ничего нет? Дорогая машина, которая, наверное, тоже стоит 20 миллионов. А, ее-то если я бы за каждый просмотр ему платили по доллару, он отбил бы машину, на самом деле. Мне кажется, он так и сделал. Он отбил не только машину, но и сына, за которого заплатил суррогатной матери, я имею в виду. Кто, Роналдо заплатил сыну за суррогатную мать? Роналду заплатил за суррогатную мать, да. Чтобы она родила ему сына. То есть она родила ему сына. Он ей заплатил не только за это, за то, чтобы она отказалась от прав. Это то есть новый Филипп Киркоров, что ли, я правильно понял? У него еще есть 2 дочери, тоже от суррогатной матери. Тоже за которые он заплатил. Значит, смотри, у него есть сын первый, рожденный суррогатной матери. С ней был заключен контракт. Не знаю, кому-то это интересно? Серьезно? Ты не знал? Нет, у него 3 детей от суррогатных матерей. В контракте сказано. А он принимал участие в процессе? Нет, зачем? Он играл. Он пока бегал по полю, ему какие-то женщины рожали, я правильно понял? Да, так и было. Самый популярный в мире уже 5-й год подряд — это хэштег love. Ага. То есть до этого мы говорили про материнство, медицину и вот любовь. Все самые такие нужные человечеству моменты. Вот. А по поводу подписчиков, самое большое количество их у той самой Селены Гомес, у которой теперь 3 почки. И подписчиков у нее 130 миллионов. Представляете, видимо... Которых будет еще больше, после того, как они узнают, что почка все-таки приживается, да? Приживается. Но они интенсивно продолжают подписываться. Я вот думаю, Тимур подпишется с этого дня на нее. На кого? На Гомес? Да. Я только за фамилию подпишусь. На втором месте Ариана Гранде, далее снова Криштиану Роналду, Бейонсе и Ким Кардашьян. Ребят, вот что меня удивляет, то, что в пятерку самых просматриваемых Instagram Stories в 2017 году вошла, кто бы вы думали, Ольга Бузова. По количеству зрителей она обошла футболиста Неймара, Ким Кардашьян, которая также в лидерах просмотров в этом году. Я бы сказала, что началась какая-то настоящая Бузова-мания. Полностью подтверждаю. Вот я, будучи человеком совершенно равнодушным к ее внешним данным и к творчеству, великому. Ловлю себя на мысли, что еще немного, и она добьется того, что самые ярые ее... Хейтеры? Да, будут ее обожать, потому что у нее есть какой-то талант сплачивать вокруг себя огромное количество людей непонятно какой идеей. Может быть, в чем ее секрет? Мы попытаемся сейчас понять. Давайте будем честными. Кто из нас подписан на Бузову? Я бы не хотел. Мы все-таки не сейчас в обществе. Дело не в этом. Откуда вы знаете? Может, они сидят там и реально какие-то серьезные темы обсуждают. Никого из нас нет подписано на Бузову.
Я... Ну, давайте так, я признаюсь, а вы мне похлопаете. Да. Да, я подписан на Ольгу Бузову. Вот. Это должно быть, мы должны сесть в круг такой, как это. Клуб анонимный. Пьяненький. Здравствуйте, я алкоголик. Я подписчик Бузы. Кстати, одно и то же. Это одно и то же. Самое интересное, что у Хуршида нет Инстаграма. Да. У меня тоже. У него личная подписка, он письма вешает. Он в граммах, это для него мало. Да, да. Я в килограммах посылаю. Мне по письмам. Откуда вы знаете? Может, у него на Инстаграме очень интересные темы поднимаются. Проблемы человечества, равноправие. Минусуем. Я не знаю, там что из современного. Экология. Зачем вы перечисляете слова, отсутствующие в жаргоне Бузовой? Да. Бузова все-таки может побить и мировые рекорды, если она забеременеет, и вся тусовка в Инстаграме будет следить за ростом ее живота. А если Бузова начнет работать? И тогда Бейонсе уйдет на второй план, и будет Бузова. Мне кажется, она уже ушла, потому что, вот смотрите, мы уже 5 минут обсуждаем Бузову, одни из самых авторитетных влогеров в мире, а про Бейонс даже ни слова. Вот. Но Бузова это интереснее. Это уже показатель того, что у нее какая-то магия, она может на расстоянии влиять на умы. Нет, на самом деле, из всех перечисленных людей я бы подписался на Ким Кардашьян. Друзья, поэтому я предлагаю, конечно, подписываться на наш Инстаграм, потому что у нас гораздо интереснее, интеллектуальнее. И у нас нет Бузы, у нас есть прекрасная Даша, на которой тоже можно посмотреть впечатлиться, так да, сказать. И не раз. У нас есть харизматичный Вячеслав, вот Хуршид, я не знаю, как тебя представить. Со страхом думаешь, что же ты скажешь. Назови просто великолепный, что, я скромен. Да, вот, Вады великолепный и Хуршид. Я о себе говорю. А, ты про себя. Так что подписывайтесь на наш Инстаграм, я не знаю, как он называется. Даша потом скинет ссылку. Она нарисовала надпись на плече. Да. А, он на экране, друзья, вот он на экране вместо Славы, вот рядом, вот здесь наш Инстаграм. А подписывайтесь, там много интересных и неинтересных новостей. Школьников, студентов и врачей освободили от сдачи металлолома. С 1 января хакимиатам запрещено устанавливать образовательным и медицинским учреждениям задания по сдаче металлолома. Таким образом, прекращается десятилетиями существовавшая в Узбекистане практика сдачи школьниками и воспитанниками других образовательных учреждений металлолома. Задаю вопрос. Повысятся ли теперь мировые цены на медь и алюминий? Как всегда, этот вопрос звучит «да» или «нет», но прежде хочу еще один подвопрос задать. Друзья, я не имел представления, что десятилетиями подобная практика у нас существует. Вы когда-нибудь видели школьников, несущих нечто железное на плечах в большом количестве? Кроме портфеля, да? Да. Ты знаешь, я тоже в шоке от этой новости, потому что мне казалось, что уже металлолом все давно-давно сдали. Принесли, да. Еще в году 95-м весь металлолом исчез куда-то. Эта новость для нас лично, для нашей компании, позитивно или негативно, давайте сейчас я задам небольшой вопросик. Среди нас есть школьники? Нет. Студенты? Нет. Врачи? Нет. Почему на слово посмотрел? Потому что он почти всего похож на человека, который лечит людей. Просто он частенько психологические лекции, да, рассказывает. Я подумал, если нет, тогда действительно позитивно, есть чему радоваться. А школьникам как это так? Я вообще считаю, что как бы, а почему школьники должны сдавать металлолом? Я не понимаю. Вообще этот металлолом, он как, это круговорот металлолома в природе происходит? Что? Да. Откуда он берется вообще? То есть, сначала идет дождь. Да, и появляется где-то. Это арматура, да? Да, она начинает ржаветь. Приходили школьники, вытаскивали ее и ушли сдавать план. Отпиливали кое-где, когда план горел, отгрызали, да. Приносили. Через некоторое время, лежа на бесконечных складах под открытым небом, металл потихонечку испарялся. И обратно появлялся в других частях. И в тучах, появляясь потом уже здесь в виде дождя, возвращался назад. Это обычный круговорот в природе. Я думаю, что просто нужно было занять этих людей. Только у них было много свободного на времени. На самом деле, отпиливали скорее врачи, нежели школьники, да, потому что... Определенные они туда металлолом, да, после отпиливания, наоборот, вставляли, мне кажется. Кто в школе из присутствующих сдавал металлолом? Только макулатуру. Вот кто еще? Все, металлолом. Все. Ну, кто еще сдавал? То есть прогуливал эти уроки? Мы уже учились в послереволюционное время, поэтому у нас уже не было этого. То есть как так вообще сдавать металлолом? Я вообще предлагаю теперь хакимиату запретить сдавать деньги на шторы, на паркет. Может быть, когда мы в столовых расплачивались монетами за пирожочки,
речь идет о еде, то, может быть, тогда считал, что школьник сдает металлолом? Я, честно, не знаю. Это хороший закон, и я безумно рад, что официально запретили сдавать металлолом. А теперь ваши «Жигули» никто ночью не украдет хуршит. Так что порадуйтесь этому факту. У меня есть «Жигули». Ну и «Запорожец», на чем вы там ездите. Друзья, впервые за 10 лет первый российский канал не покажет иронию судьбы или с легким паром в новогоднюю ночь. Что же это такое, а? Какая вопрос. Ирония судьбы? Новый год на смарку? Точно. Да? Нет. Я расстроен. Объясню почему. Дело в том, что с этим фильмом, с этой картиной, у многих хозяек напрямую связана моторика правой руки. Когда этот фильм показывают на экране, она рука гармонично нарезает оливье. Да, да. То есть, а когда он заканчивается, оливье готово, да? Теперь представьте, что делать хозяйкам, которые именно вот в атмосфере этого фильма, ну да, часто показывали, но все-таки это же новогоднее кино, оно должно идти, даже если вы не смотрите внимательно. Как теперь появится оливье на столах? Селедочка под шубой. Заливная рыба. Заливная рыба со стрихнином, знаменитая, нашумевшая. Нашумевшая где? А вот эти уютные выкрики Мягкова, непонятно где оказавшиеся. Мне кажется, на самом деле, просто отсутствие этого фильма, оно как бы плохо скажется на продаже алкоголя на Новый год, вот и все. Мне кажется, нет такого фактора, который скажется на продаже алкоголя в Новый год. Этот фильм особенно стимулировал алкоголизм на Новый год. Да, да. И все люди смотрели, думали, если я напьюсь, то, может быть, я тоже стану счастливым, как главный герой. Может быть, я наконец-то уеду от нее, да, к ней. В другой город, к своей принцессе. У меня появятся билеты в Ленинград. А на самом деле, знаете, в чем ситуация? Первый канал понял, что уже все зрители знают этот фильм наизусть. Да. Вот, и они его отложили на 10 лет, чтобы подросло новое поколение, которое не знает этот фильм наизусть. И второе, и заново его выучили. Поколение, которому надоело смотреть, соскучилось. Чтобы они соскучили. Вот смотрите, если это наше поколение знает этот фильм наизусть. Ну как наше, ваше поколение. Окей, мое поколение знает этот фильм наизусть, то они бы могли запустить этот фильм без звука, как караоке. Чтобы озвучивали сами. И чтобы зрители как бы попадали в озвучку. Не, у меня еще есть вариант касательно именно этого фильма. В обратной перемотке его прогнать будет интересно. А там будет видно, как человек трезвеет, я правильно понимаю? И как разрушается его жизнь. Наоборот, он придет. Наоборот, как он из полного алкоголика превращается в нормального семьянина. Я и говорю, разрушается его жизнь. На самом деле, хочу успокоить и нашу аудиторию, и своих друзей. А тут дело вот в чем. Первый канал не просто отказался от трансляции, у них кончились права, поскольку права на фильм имеет Мосфильм. И теперь «Россия-1», похожий весьма канал на первый, покажет этот фильм 31 числа днем и повторит еще 1 января. А первый канал покажет вторую часть, которую очень любят те, кто... С Безруковым которого? С Безруковым, кто продюсировал Бекмамбетов. В Красноярске снежную скульптуру покрасили белой краской, друзья. Ой. Давайте смотреть видео. На этой неделе это видео стало самым обсуждаемым не только в России, но и в Германии, где сейчас проходит мировой фестиваль снежных фигур. После реакции соцсетей это видео прокомментировал директор управляющей компании, ответственный за фигуры. То есть компания, которая управляет снежными фигурами. Фигуры сотрудниц тоже, наверное. Да. Угу. Почему бы не покрасить снег? Я не пойму. Захотел – покрасил, захотел – не покрасил. Что в этом странного, друзья? Что в этом странного, покрасить снег в снег? Действительно, по-моему, ничего странного нет, потому что снег они красят в белый, а траву в зеленый. У нас тоже иногда так делают, мне кажется. Ну, у нас, смотрите, у нас не так много снега, чтобы его красить, друзья. Давайте. Мы можем накрасить этот снег, изобразить, что он есть. Да. Не, ну, мне кажется, вот именно этот человек, о котором вы упомянули, принадлежит к обществу людей, которые в России, это, кстати, большая практика, кладут на свежий снег асфальт. Угу. Есть подтверждения многочисленные, в том числе и видео. То есть есть некоторые поступки, которые на первый взгляд кажутся необычными. Угу. Хотя они считают свои поступки эксцентричными, не зная смысла этого слова. Но тем не менее находят логическое объяснение. Вот действительно, если задать вопрос, почему нельзя покрасить снежную эту статую в краску. Хочу крашу, как вот краску, хочу не крашу. Вы не сможете ему что-то сказать противоречие, потому что это же можно делать. А раз можно, зачем запрещать?
Все, тем что более, не запрещено, что... разрешено. Тем более, я что что-то вот... выпал вообще. Нет, тот человек, который красит, он одет в форму. Красители снега. Зайца. Но судя по тому, что он одет в форму, это, наверное, просто снег не по уставу белый. А может, у них этот в России так, у нас белят деревья, а у них красит снег. Вот, ну вот да, он не по уставу белый, а должен быть белее. Сегодня выпал недостаточно белый снег. Взял шкалу белого цвета и вперед. Ну что ж, мы продолжаем. Наша, ну не такая любимая, как видео недели, но тоже горячо уважаемая рубрика. Передача данных, друзья. Возвращаемся к новостям. Тут у меня сенсация. Пентагон впервые подтвердил существование программы поиска изучения случаев контакта с НЛО. Ура! Вот вы зря. Я знал, я знал. Зря радуйтесь, я пойду вас дам. Я знал, что они существуют. Ну, так как вы здесь присутствуете, они существуют. Да. Более того, опубликованы два видео таких случаев визуального контакта пилотов США с неопознанными объектами. Трамп обещал построить стену, как бы, чтобы защитить Америку от нелегальных мигрантов. Да. Кого да, он считает инопланетянами? Вот да. Вы представляете, что он построит, чтобы оградить себя от вот, НЛО и пришельцев? Он уже строит купол. Вот. Такой пока... гигантский накомар. Не, пока над своей головой. У него там такая... Накомар. Зонтик. Да, да, он ходит в этот, в блестящий шапке. Пока фольговая, да, такая. То есть я бы хотел посмотреть на этот какой гигантский накомарник такой, чтобы не пролетали какие-то НЛО, вот, не пролетали... А зачем? Вот о чем проблема НЛО? Давайте вот выясним. А вы уверены, что... У нас нет такой проблемы. Над Ташкентом НЛО не летает. Это насаждается кинематографом, что к нам, если прилетят представители других цивилизаций из других планет, они обязательно прилетят с агрессивными желаниями. То есть поработить, завоевать, разрушить и так далее. То есть, насколько я правильно вас понимаю, Тимур, а это бывает редко, вы считаете, что они придут исключительно с положительными желаниями, чтобы с нами здесь подружиться, поесть из нашей кухни чего-нибудь. Шашлык. Кукси, как вариант, да? Плов. На этом видео, кстати, вы знаете, это как бы я долго рассматривал. Больше этот летательный аппарат похож на аппарат из Кин-дза-дза. Пепелац. Пепелац, да. Пепелац, да, там. Как бы плохо это ни звучало, пепелац. Да, вот. Может быть... Мы его регулярно испытываем. Но... Да. Пилотам надо было просто ку им сказать, и чтобы, все, и готово, чтобы да. они приблизились. Ну все, Слава, зато вы в безопасности. Вы знаете, что делать. Да, да, да. Да. Если вы будете да. пилотом США. Но, к сожалению, вы не пилот США. Не в этой жизни. Да, друзья, ну смотрите, давайте смотреть реально на вещь. Пентагон сказал, что у них есть такая программа. Он не сказал, что НЛО существует. Да? То есть, нет, он сказал, что есть программа, он... и они следили за НЛО. Да. Более того, но они не сказали, что это НЛО. Значит, НЛО что существует? Это программа на телевидении. Она называется НЛО. Быть или не быть. Вот и все. Не было никаких подтверждений того, что были контакты. Это всего лишь предположение. То есть ты хочешь сказать, что это не НЛО? Нет, я хочу сказать, что есть такая программа, и Пентагон это признал. То есть мы, говорит, финансируем ребят, которые типа ищут НЛО. Но что они нашли... Друзья, это еще просто, проще объяснить. Это налоговая проблема, потому что им говорят, Пентагон говорит, вы куда бабло тратите, пацаны? Они говорят, ну как куда, уже 30 лет мы ищем НЛО. Они говорят, что нашли? Ну вот три видео. То есть там, ты хочешь сказать, там что... Там пипилац летает какой-то. Что это Слава, какой-нибудь... за рулем, короче. Что это какой-нибудь Бэтмен там летает. Нет, я да? хочу сказать, что просто Пентагон списал бабки, а куда списал, неизвестно. И они... Проблема... Классический Атмазон. Мы еще до этого не дожили, но... Он говорит, мы НЛО ищем. Вот эти 20 миллионов долларов, которые мы потратили, вот сюда. И все. 20 миллионов долларов для них это копейки, они это тратят на кофе. А между тем у нас Слава, есть проблема... вы так профессионально это утверждаете? Вы финансист Пентагона? Конечно. Что? Просто обладатель... Просто из жизни. Да, да, да. Это, говорит, на кофе. Они кофе из чего пьют? Друзья, в Бристоле на ветках деревьев владельцы участков закрепили шипы. Для чего они это сделали? Чтобы уберечь припаркованные автомобили от птичьего помета. Такое решение вызвало массу негативных комментариев в соцсетях. Со стороны птиц? Да, со стороны птиц, соседей и так далее. И бомжей, спящих на ветках. Да-да-да. Вот некоторые соседи считают эту практику жестокой.
Друзья, ну, во-первых, давайте уточнять, что в основном недовольство шли от птиц, действительно. Да, да. Представьте себе, летит птица, увидела уютную ветку, да. Хочет приземлиться, а там шипы. Представьте, что если человек летит, приземляется на шип, это, по крайней мере, неприятно. Я уже о боли не говорю. Поэтому здесь с одной стороны... Ты знаешь, может, есть такие птицы, которым и приятно. На шип. Да, и они будут продолжать. Как говорится, портить автомобили соседей. Они из принципа будут садиться на эти ветки и портить автомобили соседей. Вот, да, мне объясните, сколько вот стоило украсить все ветки шипами? Как и... несколько дорогих автомобилей. Вот мне тоже так кажется, по-моему, было просто дешевле. Срезать все ветки. Да, гениально, что... У нас это практикуют. Да, 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 главный архитектор нашей жизни. Мы экономим на шипах. Да, не, я просто, мне кажется, что было дешевле мыть машину. Это настолько утомительно, вешать какие-то шипы на дерево. Теперь вот этот в этом городе люди просто не видят птиц. Это же... Птицы обиделись и улетели. Предлагаю им сразу выращивать вместо деревьев кактусы. Тогда у них как бы будет сразу защита, да. Текила будет со вкусом. Можно просто Бристоль перенести в Мексику куда-нибудь, да, и расслабиться. Кстати, вот Бристоль на днях обыграл МЮ и выкинул его Манчестер Юнайтед и выкинул его из розыгрыша Кубка Лиги. Возможно, благодаря шипам. Причем речь не идет о футболе, речь идет о городах. Нет, речь как раз идет о футболе. Вот. И, возможно, там все такие вот шипастые, как бы, люди, да, вот колючие. Шипастые поэтому они. Бусы, шипастый тоже так неприятно, мяч. Выходишь на улицу, ни одной птицы. Ни одной птицы. Не, а все птицы сидят на другом дереве. Да, и никто не испортил тебе автомобиль. Они же раньше почему богатые были? Потому что птицы активно орошали. Да, портили машины. А теперь все, они не портят, они обеднеют. Нет, просто птицы улетели к соседу, и теперь будет богатеть сосед. Друзья, а тем временем в соцсетях набирает популярность челлендж, суть которого состоит в следующем. Нужно выпить напиток, держа его вытянутой наверх в прямой руке. Посмотрите видео. Но если вы по достоинству оценили данное видео и данный челлендж, друзья мои, значит, год для вас выдался веселым. Но не забывайте, что у нас есть еще один выпуск, и уж тогда мы с вами повеселимся на славу. Как говорится, слава с нами здесь, в том числе и Тимур, и Даша, и я, Хуршид. Мы прощаемся ненадолго, ждите следующей встречи, она будет интересна.